Великая Отечественная война победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Европа за спиной, страна открыла двери сержанту из пехотного полка. Ушли по стук колес, сражения и потери, как пар от паровозного гудка. Армейский паровоз все дальше эшелоны с солдатами увозит от войны. И больше не нужны сержантские погоны, сержанты тоже больше не нужны. В открытый эшелон влетает ветер мая, доносит аромат большой земли. Так радует глаза сторонушка родная, так много в ней надежды и любви. К победе через ад сержант 4 года шагал, теряя близких и друзей. И поднимался в бой с солдатами народа, за родину, за жен, за матерей. Пропахло табаком сержантская щетина, но стали чище сердце и душа. А на груди медаль за взятие Берлина, блестит на солнце память вороша. Он вспомнил давний бой, приказ отдали роте атаковать окраину села. Досталось там врагам, досталось и пехоте, в бою пехота долго не жила. Есть место на войне и горю, и отваге, но пусть читают недруги века ту надпись на стене в поверженном Рейхстаге: здесь был сержант пехотного полка.